Друзья, всем привет! Сегодня я для вас сделал маленькую зарисовочку моего одного из самых любимых мест в Крыму. Это поселок Новый Свет. Я думаю, многие из вас знают, что Новый Свет находится совсем недалеко от Судака. Новый Свет – это уникальное место. Это небольшая уютная бухта, которая закрыта со всех сторон от холодных ветров. Конечно, ужасный сезон, не совсем так, как я люблю. Мне нравится больше, когда людей нет, можно спокойно отдохнуть на пляже, а здесь просто негде ноге ступить. Понимаете, о чем я говорю? Это совсем не является поводом для того, чтобы не приехать и не посмотреть Новый Свет. Прогуляться по можжевеловой роще, сходить на тропу Голицына и просто вдохнуть аромат и душу Крыма в себя. Мы с вами взлетаем. Посмотрите, это гора Сокол. Представляете? Миллионы лет назад это был коралловый риф на дне древнего океана. А сегодня гора Сокол радует глаз туристов, отдыхающих в Новом Свете. Я сделал для вас небольшую экскурсию как в воздухе, так и под водой. Для меня было удивительно, что среди гор подводный мир Нового Света является собой подводную пустыню. Там чистейший беленький песочек, представляете? И ни единого камня. Кстати, буду рад видеть вас в своем инстаграме. Ссылочка на экране. Добро пожаловать. Такого плоского и пустынного морского дна я не видел нигде. Ни в Евпатории, ни в Саках, ни на западном побережье Крыма. Вот настолько удивительной и непредсказуемой порой бывает природа нашего любимого Крыма. Новый Свет – место уникальное по многим параметрам. Начиная с того, что это просто великолепное живописное место, одно из самых красивых мест Крыма, и заканчивая тем, что непосредственно дорога, ведущая в Новый Свет, а он, кстати, является неким таким тупиковым поселком, дальше дороги нет, туда можно доехать на автомобиле, на автобусе, в общем, автотранспортом. Туда не ведет железная дорога, конечно, можно добраться по морю. Так вот, эта дорога является собой невероятно красивые серпантины. Она не очень длинная, но очень живописная. Поэтому, если у вас будет возможность на автомобиле съездить в Новый Свет, там сверху есть парковка, я снимал раньше видео, посмотрите у меня в плейлистах, прямо до этой парковочки. Оставляйте машину на парковке, я оставлял, там надежно, там ребята смотрят, и спокойненько спускайтесь на пляж и отдыхайте. В общем, что я могу вам сказать? Вы все сами видите. Видите, какое количество людей выбирает Новый Свет? Я думаю, что им там нравится, а судя по тому, что я видел вокруг себя, могу с уверенностью утверждать, что люди были очень довольны. Вода на южном берегу Крыма теплая, вот как и в Семиизе, так и в Новом Свете. Вода сейчас очень теплая, можно смело приезжать, купаться, отдыхать, получать огромное удовольствие от отдыха в Крыму. Какое-то время на западном побережье было похолодание воды, но оно уже проходит, течение уходит и жизнь налаживается. Я думаю, в этом году август будет просто золотой. Поэтому приезжайте в Крым, отдыхайте в Крыму. Крым – это прежде всего природа, и Крым – это прежде всего здоровье и хорошее настроение, а все остальное наладится. Всем пока из Нового Света, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Ваш капитан Крым.